Хан Тенгри. Женская версия самой заслуженной и популярной пуховой куртки для высотного альпинизма в коллекции Баск. При весе менее 1,5 килограмма куртка рассчитана на морозы до -35 градусов. Закрытые теплые швы. Специальный женский крой. В локтевых и плечевых зонах дополнительно использован синтетический утеплитель Tinsulate. Отстегивающийся капюшон на разъемной двухзамковой молнии. Использование кругового тубуса с дополнительной набивкой пухом делает капюшон еще более теплым. Объем капюшона регулируется эластичным шнуром с фиксаторами и клапаном на липучке. Манжеты рукавов регулируются клапанами с липучками. Внутренний манжет выполнен из мягкой ткани. Входы в теплые боковые карманы на молниях закрыты планками. Высокий воротник изнутри утеплен мягкой тканью Polartec. Центральная двухзамковая молния продублирована клапанами на липучках. Изнутри утеплена пуховой планкой. Под верхней планкой расположен вход в теплый нагрудный карман на молнии. Внутренняя юбка создает дополнительную защиту от ветра и снега. Два вместительных внутренних кармана для документов и мелочей. Низ куртки регулируется эластичным шнуром с фиксаторами.